Буквально только что украинские разведчики заметили, что российская пехотная группа пытается подойти к украинским позициям. И для того, чтобы пресечь возможный штурм, мы сейчас бежим на огневую позицию бронетранспортера. Ждем, сейчас он подъедет. Сейчас подъедет? Так, я зараз їм мені скинуло координати, де вони побачили розвідку, і я буду робити їх. Пока Южин і БТР наводять координати, в окопах Олег Єнота теж не теряє время. Вони БК вистрілюють. Ага. Ну, зараз висить там птичка, ага. Вона координує. Я по рації слышу. Якщо вже все, ну нема по кому робити, то вони закінчують роботу і виїжджають. Вот видео с квадрокоптера. Российских солдат прижимают к земле. Для отражения штурма подключают миномет. Работаем туда же, попадаешь хорошо. Да, отлично вообще. Попытка незаметного штурма сорвалась. Противник выходит из лесопосадки под прикрытием уже своей артиллерии. Ходи. Все, отработали. Отходим. Да. Они обиделись, мы попали. Попали? Да. Уже на позиции Юджин говорит, следующие полдня будут спокойными, но немного жалеет, что противник так рано отошел. Чего вы не відійшли? Чего их так мало было? Да, хотелось еще? Да, так мы быстрее выиграем эту войну. Нехай идут, мы их тут чекаем.